Мусы, конечно, хорошими, выиграли в гостях у нашего соперника дивизионного Магниту, которая на ходе была, сейчас побед подряд не было, поэтому настраивались мы очень серьезно, но получилось нам забить первыми, играли по заданию, в принципе, весь матч. В начале периода отскочили на 3 шайбы. В принципе, до этих последних ударений в конце третьего периода мы играли уверенно и как бы аккуратно в обороне, и все равно атаковали постоянно. Хороший матч мы очень провели. Не-не, мы не думаем, конечно, про прошлые годы, про прошлые матчи, но, конечно, понимаем, что соперник, с которым будем встречаться в этом году еще 3 раза, и можно даже в плей-офф победа, если попадут обе команды, есть шанс попасть на себя, поэтому, конечно, настраиваться серьезно, но как на все остальные соперники. Всегда неприятно, конечно, когда люди вылетают за травмы, но надо тоже сказать, что ребята, которые пришли на место, их сыграли очень хорошо, надежно сегодня. По игре команды как бы не заметено, что кого-то не хватило нам сегодня. Так настрой серьезный, конечно, постоянно, потому что у нас нет выходных. Через день опять уже игра у нас, опять соперник с нашей конференции, поэтому, конечно, настроение хорошее, но уже опять готовимся к следующему матчу. Болельщики, приходите, мы постараемся добивать себе побед, чтобы вас порадовать.